Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о новенькой iOS 13.4 Beta 1. Итак, она вышла совсем недавно, весила всего 3 гигабайта, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, я ее накатил, сейчас зарядник, телефон стоит на зарядке, конечно. Буду проводить тесты, мы все с вами прекрасно посмотрим. Вот, без энергосберегающего режима, как все и просили. Вот, что хочется сказать, нового ничего не завезли, хоть, конечно, и так весит, непонятно чего, то есть было указано, что внесли изменения в файлы там какие-то, что-то где-то поправили, какие-то шрифты, что-то где-то отправка-передача данных, и у многих вылетала ошибка, то, что у вас заканчивается память, ни с того ни с сего, хотя весит больше гига еще свободного места, и вот как-то так получается. То есть, что хочется подметить. Никаких здесь я не заметил нововведений по Haptic Touch, то есть все так же работает, никаких нареканий я здесь не вижу, все быстренько отзывается, все быстренько как бы плавно работает. То есть что хочется сказать по батарее. Зайдем в батарею. У меня все так же 85% емкость, пускай здесь прогрузится на статистика, мы с вами посмотрим. Вот, то есть если есть какие-то подлагивания после того, как подгрузила, значит все еще iOS, как мы знаем, не на хорошем счету. Вот, но мы здесь видим, пока ничего такого нету, никаких особо больших подлагиваний нет, то есть система вполне годная для использования. Но я, конечно, вам не рекомендую еще ставить ее обновляться, потому что это бета-версия все-таки, только после всяких тестов, как будет себя вести батарея, сам телефон, тогда уже можно что-то делать. Пока посмотрите скорость работы, как она работает, и мы все с вами прекрасно оценим работу устройства. Ну вот, как сами все видели, прекрасно работает, быстренько, плавно, никаких нареканий я здесь не увидел. То есть, в принципе, классно, следите, но по батарее пока еще ничего не понятно. Я выложу завтра ближе к вечеру, хочу протестировать после полной зарядки и до хотя бы процентов 30-40, сколько будет, какая была активность. И все вы, конечно, об этом узнаете у меня в сообществе на YouTube-канале. Ну все, в принципе, все, что хотел, рассказал, показал, что мог. И как бы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваше мнение в комментариях, пишите, какой у вас iPhone, какая сейчас iOS и какие у вас есть сейчас ошибки. Всем пока!